Здравствуйте, дорогие, уважаемые, любимые женщины. Несмотря на все сложности нашей жизни в этом году, день 8 марта никто не отменял. И мы рады вас поздравить с этим весенним, красивым, хорошим праздником. В училище мы отмечаем этот день. Сегодня будет торжественное мероприятие с концертом. Ну, может, фрагменты какие-то вам покажут этого праздника. То есть мы живем, существуем, ну и по возможности положительные эмоции все-таки приобретаем. Желаем, как всегда, любви, счастья, здоровья, благополучия, но особенно актуально и воспринимается в этот праздник в этом году это пожелание мира. Вот сейчас стихли залпы орудий, и все, ну, а в первую очередь и женщины, почувствовали какое-то облегчение. Ну, невозможно, когда вот бегать, прятаться, ну, это не жизнь. Вот сейчас небольшое, но уже счастье есть у людей. С праздником вас! Всего вам самого-самого хорошего!